Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла. Для этого нам понадобится форма 3D. Выглядит она вот так вот, с таким цветочным орнаментом. Нам понадобится белая основа производства Англия. Понадобится несколько термостойких стаканов. Понадобится масло, шикарите жидкое, отдушка. В этот раз я выбрала отдушку водяной цветок. Также нам необходим будет краситель аквамарин, ультражидкий. Перламутр сухой, жемчужный. Пигмент флюоресцентный, светло-зеленый. И пигмент розовый. Также нам понадобится несколько пластиковых пипеток и стеклянная палочка для перемешивания. Для начала растопим небольшое количество основы. Первым делом мы будем заливать и окрашивать цветочки. Для этого в растопленную основу мы добавляем розовый пигмент флуоресцентный. После того, как цветочки хорошенько застыли, я в растопленную белую основу добавила отдушку, водяной цветок, добавила светло-зеленый пигмент, все хорошенько перемешала и теперь с помощью пипетки окрашиваю листочки. После того, как все мелкие детали застыли, мы в растопленную белую основу добавляем немного красителя аквамарин. Добавляем отдушку. Добавляем масло шин. Оставляем до полного застывания. После того, как основа полностью застыла, мы достали мыло из формочки. И вот у нас получился
получилось такое красивое, яркое летнее мыло. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!